Продукт фирмы Olympus, называется Olympus Thunderbit. Значит, мы им пользуемся. Для операции на щитовидной железе аппарат выполняет две функции. Он одновременно и рассекает ткани, не повреждая их за счет энергии ультразвука, и заваривает сосуды, предотвращая кровотечение. Thunderbit может пересечь сосуд диаметром до 7 мм, что очень много, чего, как правило, и не требуется, потому что таких сосудов нет в щитовидной железе. Мастаз очень надежен, мгновенен, и никаких осложнений после использования этого прибора мы никогда не наблюдали.